Обещайте поберечь моих девочек. Я буду оберегать их. Только бы свобода ваша не стала поводом к угождению плоти. После прощания с мамой нам лучше уехать. Мне достаточно того, что ты будешь рядом. Мне нужно поспать. Отведу тебя в дом к отцу Герману. Сколько она уже в таком состоянии? 5 дней. Это ведь может помочь моей сестре. Я успела понять, что книга об этом. Поговорим об этом дома. Существует ритуал, который открывает дверь в подсознание каждого из нас. За этой дверью целый мир. Он очень похож на наш. Об этом никто не узнает, я обещаю. Тебе будет очень больно, Ая. Закрой глаза. Уходи отсюда! Я не хотела этого! В книгах написано, что только убив первопричину, оболочку страха, ты сможешь остановить болезнь. Не сделаешь этого. По всей вероятности, она умрет. Я так по тебе скучала.